Если вы задаете мне вопрос, и я на него не отвечаю, это не значит, что я игнорирую ваш вопрос. Просто-напросто не там посмотрел, он, может, пробежал. Не стесняйтесь, повторяйте его еще разок. Тем более, если вы подписчик канала, то вы вправе задать мне вопрос. Если я знаю, я на него отвечу. Так что не считайте меня зазнавшимся, а просто-напросто задайте вопрос еще разок, и он попадет мне на глаза, и я на него отвечу.